Что такое заповедник Ненецкий? О работе природозащитников теперь можно будет узнать в Краеведческом музее Нарьян-Мара. О новой экспозиции расскажет Елизавета Кабанова. На территории заповедника Ненецкий обитают 27 видов млекопитающих, 145 видов птиц, 42 вида рыб, 1 вид земноводных, около 100 видов пауков и 200 видов насекомых. И о том, как именно изучают сотрудники заповедных обитателей и в чем заключается их работа, можно узнать, посетив новую экспозицию, которая открылась 30 августа в Краеведческом музее. Некоторые считают, что заповедник – это зоопарк, приносит нам различных раненых животных, с просьбами спасти их, да. Другие, кто знает о заповеднике, считают, что сотрудники занимаются не тем, чем должны были. И чтобы вот эти все заблуждения опровергнуть, мы создаем вот такие вот информационные локации. Помощь в создании выставки оказывал Всемирный фонд дикой природы, который помогает в развитии заповедника по четырем направлениям: охрана территории заповедника, развитие инфраструктуры, научно-исследовательская деятельность и развитие эколого-просветительских программ. Именно в рамках последнего направления было принято решение открыть такую выставку. Для жителей и гостей региона вместе с сотрудниками заповедника Ненецкий и коллегами из Брионики мы как бы делали несколько разных экспозиций, которые должны представить перед любым зрителем вот эту уникальную территорию. Сама экспозиция выполнена в брендовых цветах заповедника, где показана ключевая информация, история, факты, карта, на которой показаны виды, обитаемые на территории. Все то, что может заинтересовать людей. На выставке даже представлен любимец детей – мультяшный лебеденок Юсь, который был создан, чтобы сложная информация воспринималась легче. Благодаря тому, что музей – это достаточно популярное место среди не только местного населения, но и среди гостей региона, о деятельности заповедника узнает немало посетителей выставки. Мы вынашивали идею о том, как показать охрану, деятельность особо охраняемых территорий. И вот в этом году наша, можно сказать, мечта сбылась. И вот витрина, посвященная заповеднику Ненецкий, я считаю, что будет просто украшением нашего зала. Планируется, что выставка будет экспонироваться в музее 3 года. Но если она станет популярной среди посетителей, то есть вероятность, что экспозиция может стать и постоянной. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».